Ноги. У меня ноги. А вот тут обойду. Смотрите, какой туман вообще. У нас Фор, всем привет. Хорошего вечера. Такая погода, прямо туман. И прямо как будто морось какая-то. Тёмка там уже занимается. Сейчас как раз я его увижу. Ну, не надо вида показывать. Он не любит, что я там на него смотрю, что я его мама вообще. Так что будем скрываться. Вы думаете, я хочу идти? Нет, не хочу. Там уже Тёмка бегает. Сейчас я рядом с ним встану. Не хочу, но надо. Просто сначала похожу, потом вдруг побегу. А потом, глядишь, и на тренажерчике. Ну что, девочки, мальчики, вот мы, видите, с вороной. Я, кстати, очень боюсь ворон. Когда у меня был выпускной, ну это когда обычно, в июне, да, бывает, ой, сколько их много. Вот, короче, у меня, естественно, такая шевелюра была, волосы длинные. Сейчас я покажу, сколько их. Посмотрите, они прям где-то, что такое? Что это? Ожидание года. Вот. И я, естественно, вся, значит, коротенькая легкая платьица. Куда-то я бегу, то ли там за каким-то, я не знаю, помадой или что-то. А оттеняющий, я хотела не гель, а такая пенка оттеняющая. У меня просто было бордовое платьице, такое крепдышиновое. Теперь какие слова, как из маминой молодости, крепдышин. Вот. Коротенькое такое красивое, в цветочек, темно-бордовое. И я подумала, что хорошо бы были локоны у меня. Ой, надо шапку одевать, локоны, снег. Тоже бордовые. И вот пошла с такой шевелюрой. То ли я шла как, через какие-то деревья, не знаю. Короче, на меня напала ворона. Вот так. Все, шапку одеваю. Но это, видимо, такой, да, ветер есть, но, видимо, капало с деревьев. Я сейчас могу зайти в подружку и взять катрис, который у меня уже закончился. Консилер, да, там корректор, консилер. Вот, потому что я уже, конечно, или завтра также могу вытаскивать. А уже в подружку такой надо нам выход сделать, чтобы там поснимать что-нибудь. Да, наверное, сейчас сумкой, вот видите, сумкой не попрусь.
Тёмка засранец убежал, делает вид, что меня не знает. Ну что это такое? Дома мамочка, мамочка, да твои ручки, да дай поцелую. Такой неженка. Ну, то есть, когда надо. А когда, извините, мальчики вокруг, все, я тебя не знаю. И все. А я там его как бы пасу. Я понимаю, что у них сейчас заканчиваются занятия, да? Я там все поближе, поближе. То на дорожку, то я приседаю рядом, то еще что-нибудь такое. А вот как в фильме. Тут как тут. И все равно ушел. Убежал, убег, колобок. Так, ну что, долго с вами не буду болтать, потом еще что-нибудь засниму интересное, и концовочку тогда уже в другой денек. Вот сегодня у меня понедельник, такой тренировочный день. Вы тоже, пожалуйста, или дома, просто приседайте, делайте выпады, уже хорошо, особенно женщина. Все, пока. Ну что, вот рано утром, 7:30, иду сдавать анализы, кровь на ферритин. Да, из вены, соответственно, голодный желудок. Я хочу сказать, что вот я кофе не пила, и, знаете, бодрячком водички попила. Так что то, что говорят, не могу без кофе, все можно. Просто не хочу от него отказываться. Все. Так, вот, встаю. 21 век. Со скольки я нормально пришла? У нас 7:30. Во, как я люблю приходить рано. Это еще мамочка меня учила всегда. Приходи раньше всех. И все. Весь дождь на прическу локон. Сейчас из меня выжмут последний. Как Аленка сказала, я бы вот по тебе не сказала, что ты там немощная или там анемия у тебя. Я говорю, ну да, если держусь бодрячком. Сейчас подъедет с кофе. Мы приехали рано. Ну-ка, директора нет. Вот хоть кровь сдала, там 3 пробирочки, да, такие маленькие. Ну все, бодрячком, все нормально. Великолепно себя чувствую. Вообще не больно, я говорю, девочки. Говорю, вам надо это, деткам кровь брать. Совсем ничего не ощущалось. В Питере дождь. Видите, помада уже как бы такая пропиталась. Все. Сейчас я разденусь. 19 у меня. Сегодня вторник, а у вас среда. А это новый влог. Всегда и окошко проветриваем чуть-чуть, ну, чтобы посвежее было, даже когда холодно, ну, буквально чуть-чуть. Так, сумочка. Я сегодня со своим, все, мы с Аленкой уже не ходим в эту столовую, не знаю, все, сегодня мне нравится. Есть там боимся. Так, вот такие туфельки у меня. Я как-то привыкла уже обувь менять. И приятнее, а то у меня эти зимние сапожки
вот, которые я вам показывала, да, что купила, очень удобные. Прям летаю в них. Так, ну потом водички себе налью. Все, работаем, девочки, мальчики. Всем удачного дня рабочего. Так, вот, девочки, мальчики, понимаем, да? В какой обстановке приходится работать? Ну ничего, вот целый тортик у нашего юриста родился. Кто получается? Племяша, да? Племянник. Вот. И я держусь. Вот я держусь. Вот я, да? Та-дам! А я? Я держусь, иду сегодня на спорт. И вот, вот мой лимит. Все. Сладко и полезло. Полезно. Я этого наелась. Все. Ой, крем, конечно. Вот почему-то мне он кажется, да, такой беспроигрышный вариант. Вкуснее будет другого. Так, понятно, девочки? Все. Ой, тесто попало. Ой-ой-ой. Все, девочки, работаем. Маникюр заценили все. Это знаешь? Ну. Вот в ресторане в дорогом, если вот так такое взять десерт. Так. Ну, супер. Очень качественно. Смотри, какой крем красивый. Так а чего мы никогда там не покупали? Смотри, какой Почему? Крем. Мы, наоборот, его брали, когда Игорь вот заказывали, мы его попросили, он привез вот именно Наполеон. Я тогда его первый раз попробовала в этих. А потом что-то да. Свежий, вот я люблю именно такой мокренький, я не люблю сухой. Крем, Наташка. Ну да, везде по-разному делают Наполеоны. Да попробуй ты маленький кусочек до 12. Я не хочу, Надь, не, я даже не хочу. Не, честно, девочки, честно, я все, я как бы... Ой, ну у тебя... Я с понедельника, бывает. Да, ну вот бывает у меня, нет, все это я желаю начать. У тебя уже вот, да. Много раз. Много раз, но я хотя бы начинаю это делать. И все, ты я сразу дала установку, ты это и это. Турции у тебя таких нету. А Турция тоже, помнишь, я вообще сладкого вашего не ела. Нет, этих десертов. Ну, вкуснота. О, сейчас проверим, может быть, пришли уже анализы по ферритину. Так, смотрим. Ферритин 5,20. Так. А предыдущий результат, вот они даже пишут, 6,4. Вот так, живем. И железо 3,4. Нормальненько. А надо 34. А чё нет-то? Всё. Работаем дальше, спортом занимаемся, жрем сладкое и булки. Все, девочки, работаем, потом поговорим. Ну вот, девочки, мальчики, заканчивая вложик, записалась я к гематологу. Много мне, конечно, комментариев приходит. Смотрите, какая елочка сейчас будет. Сейчас покажу. Нет, не покажу. А, зеленый. Вот. У многих, как я поняла, женщин тоже анемия. Бедные, как мы вообще живем? На нас столько, начиная... О, какая елка. Вот, девочки, мальчики. И поэтому... Елочка, да? Вот, и поэтому я сразу записалась, ну, платно, конечно, и платно-то не найти, когда, 29-го. Ну, ничего мне не скажет нового, я уверена, тем более там какой-то молодой человек, 10 лет стажа, что это такое, что он мне может сказать? Скажет, пейте то-то, то-то. Да я буду пить, конечно, но поднимет ли это все? Вот. Так что сейчас запасаюсь мясом красным и буду лечиться. Все, всем здоровья, все тоже сдавайте анализы и занимайтесь, чтобы была активность у нас. А то сейчас зима еще будет впереди, потом какие-нибудь витаминозы и так далее. Все, подписывайтесь, ну и
когда завтра этот вложик выйдет, наверное. Четверг будет. Вот. Ну и смотрите меня по утрам, как я с вами пью кофе. Все, всем пока.